За этот год прошло 5 встреч с Владимиром Путиным. Вопрос трудовых мигрантов был одним из ключевых. И уже более 100 тысяч наших соотечественников воспользовались миграционной амнистией. Социум Андрея Лукряза Декацвааня, Русия, как конструктор. Кубани и фекуцы Русия решили сконструировать эту кассу. В виитор дорим să deschidem o mică afacere pentru a ne putea întreține și a putea să fim împreună, să ne creștem copilul, ambii. Уверен, мы возродим страну, и люди, заработав деньги, смогут вернуться и достойно жить и работать в Молдове. Работаю для страны, для людей.